С призывом к России не предпринимать действия, которые могут усилить напряжение в Украине, обратился генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. В Брюсселе второй день проходят встречи министров обороны Евросоюза. Главы военных ведомств выражают обеспокоенность ситуации в Крыму и призывают все политические силы не допустить раскола Украины. Я чрезвычайно обеспокоен последним развитием событий в Крыму. Я призываю Россию не идти на действия, которые могут усилить напряженность или создать недопонимание.